Что бы ты сказал, если бы весь мир слышал тебя 30 секунд? Все самое интересное с Reddit в нашем телеграм-канале. Заходи туда, ссылка в описании. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать. И это единственный способ, как обычный человек сможет пережить надвигающееся столкновение с астероидом. Алиса, включи Деспасито. И тогда у всех заиграла Деспасито, и стало это началом конца. Я бы начал обратный отчет от 30 и наблюдал за происходящим. Ваше путешествие по Земле завершено. Спасибо, что приняли участие. Самоуничтожение начнется через 20, 19, 18, 17. Ваша пробная версия жизни истекла. Пожалуйста, скачайте полную версию. Это можно сделать бесплатно только сейчас. Внимание, сохраненные данные на новую версию перенесены не будут. Охренительно, начну все сначала. Да, но твои воспоминания тоже не сохранятся. Откуда тебе знать, что ты уже не проходишь все заново? Спасибо за экзистенциальный кризис. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если вы пили воду в течение последнего часа. Африка радуется. Господи Иисусе! Не, с ним все в порядке. Свою воду он превратил в вино. Не пейте воду, в нее что-то подсыпали, чтобы вы ничего не помнили. Я даже не помню, как здесь оказался. Эта штука уже пишет? Да? Что ж, окей. Итак, дорогой мир, я просто хотел сказать, что... Мама, нет, выйди из комнаты, я с миром говорю! Нет, я не могу поставить на паузу. Так вот, я хотел сказать. А ну-ка подошел сюда прямо сейчас. Не сейчас, мам, говорю тебе, я записываю сообщение для мира. Так вот, люди, вам нужно... Ты же знаешь, не стоит вынуждать меня орать. И ваше время вышло. Мне плевать на твой мир, а ну-ка спустился вниз и помыл за собой эту долбанную посуду прямо сейчас. Ах, сразу вспоминаются старые добрые времена, когда мы играли в Call of Duty. Но, мам, я общаюсь с ребятами. А уборку кто в твоей комнате будет делать? Тоже твои ребята? Я бы сказал, я не злюсь на вас, я просто немного разочарован. А дальше бы томно смотрел в закат. Я аж поперхнулся. Вздох грустного бати. Вы все еще ссоритесь, дети мои. Перестаньте воевать и просто живите там, где живете. Земли хватит на всех. Я бы стал продажной тварью и отдал бы эту возможность тому, кто даст больше денег. Блин, если компании готовы тратить миллионы на рекламу во время Супербоула, то даже представить себе не могу, сколько бы они заплатили за это. Поздравляю, мы нашли капиталиста. К сожалению, его ответ самый разумный ответ из всех. Никакая мотивационная речь за 30 секунд не наведет на Земле порядок. Если у тебя есть такая возможность, то нужно использовать ее для своей выгоды. Только кто поверит какому-то случайному психу, который утверждает, что он может на 30 секунд обратить к себе внимание всего мира? Лучше потратить эти 30 секунд на создание культа или религии и делать бабки на этом. Ребят, кто-нибудь знает, где мой папа? Ну вот, теперь мне стало грустно. Владелец черной BMW, припаркованный на месте для инвалидов. Пожалуйста, перепаркуйтесь, иначе ваша машина будет эвакуирована. У меня бы началась паническая атака, и я бы не выдавил из себя ни слова. Привет, я Бог. Вот мой Сбер. Не обещаю вам вечное блаженство, но если что-нибудь накинете, то хуже точно не будет. Киньте 300 рублей на Сбер и зацените, что будет. Кстати, просто интересно, почему я эту фразу вижу у каждой второй тёлки в Тиндере? Они что, ожидают, что мы будем кидать им бабки в надежде на свидание? По-моему, у этой профессии уже есть название. Минимум усилий, максимум заработка. Главное, чтобы фотки были милые и девушка на фото не была известна, иначе слишком палевно, что ты пацан, который разводит дураков на бабки. Прошу прощения у половины планеты за то, что разбудил. Можете спать дальше. В среднем человек спит 8 часов из 24, так что ты разбудишь только треть планеты. Верно, спасибо, что поправил. Учитывая, что в восточном полушарии живет больше людей, чем в западном, то речь идет скорее о 60%. А почему ты предположил, что он живет на западе? Как ты сам отметил, статистически он скорее живет на востоке. Ой, да завалите вы уже! Можете, пожалуйста, не слушать меня и отвлечься на что-то другое? Мне очень не по себе. Тупая! В связи с проведением технических работ, вселенная будет отключена на 1 час. Приносим извинения за причиненные неудобства. Несохраненные данные могут быть утеряны. У меня есть невероятные суперспособности, которые вы даже представить себе не можете. Вот, доказываю это тем, что говорю сразу со всем миром. Сделайте то, о чем я вас попрошу, или эта планета будет уничтожена. Я хочу $1 триллион, четвертаками. А еще, любите соседей, не будьте злюками. Он всемогущий, он всезнающий, но каким-то образом он не умеет зарабатывать деньги. Изменено. Приятно, что столько людей уловили отсылку к Карлину. Игла падает на пластинку. Мир, тебя только что отрекролили. Привет, чуваки, это Бог. Просто проверяю тут кое-что. Если вы меня слышите, то положите себе на голову ботинок. Спасибо. Внимание, это проверка небесной системы тревоги. Без паники, это всего лишь проверка. Вместо адской сирены начинает играть ангельский хор. Покупайте биткоины. Не могу понять, ты из 2014 или из 3014. Скапа!
I'm a scatman. Земляне, прошу немного внимания. Говорит простатник Вогон Джельц из Галактического гиперпространственного совета. Как вы уже, наверное, знаете, планы развития отдаленных районов галактики включают в себя развитие магистралей через вашу звездную систему. В связи с этим ваша планета подлежит немедленной ликвидации. Процесс уничтожения займет менее 2 человеческих минут. Спасибо. И не притворяйтесь, будто вы не в курсе. Планы и приказ на уничтожение висели в вашем местном бюро планирования на Альфе Центавра последние 50 земных лет. Если вы не удосужились поинтересоваться и подать жалобу, это ваша беда. Слишком поздно поднимать шум по этому поводу. Как это вы еще ни разу не были на Альфе Центавра? Боже, люди, да ведь она находится всего в 4 световых годах от вас. Простите, но если вам до этого не было дела, то это ваши проблемы. Для тех, кто не вкуривает, они цитируют книгу «Автостопом по галактике». Начинайте вести себя хорошо, или я убью вас всех нахрен. Предполагаю, что у меня также будут божественные суперсилы, и что все будут меня слышать у себя в голове, как отдельный голос. Ах, классический план Бога. Угрожать людям смертью, если они не перестанут убивать друг друга, а потом все равно убить их. Привлек бы людей к своей денежной пирамиде. Хочешь, наконец, обрести финансовую независимость? Хочешь работать с комфортом из дома? Хочешь быть своим собственным начальником? А я вот сижу дома с малышом и зарабатываю по 60 тысяч долларов в день. Ребят, никто не видел мой носок. Он черный такой, из тонкой ткани. Такие под туфли носят. Я потерял его, когда ходил в прачечную. Возможно, кто-то из вас его случайно забрал себе. Не подумайте, я никого не обвиняю, просто хочу вернуть свой носок. Звук приглушается, я шепотом спорю с кем-то на фоне. Да, я знаю, что кто-то из этих долбанных людишек взял его, но носки просто так из сушилки не исчезают, там определенно завелся носочный вор. Ты что, реально думаешь, что среди 7 миллиардов людей не найдется один воришка носков, да? Поворачиваюсь обратно к микрофону. Так это, кто-то видел мой носок или нет? Хватит мусорить, ублюдки! Почему, чтобы найти подобный комментарий, мне пришлось скроллить так долго? Ладно, делаю это в последний раз. Итак, меня зовут Питер Паркер, и 10 лет назад меня укусил радиоактивный паук, сделавший меня одним единственным человеком-пауком. Твою мать, просто будьте друг другу добрее. А потом повторил бы это на стольких языках, на скольких бы успел. Изменено. Ого, вот это поворот. Не ожидал, что коммент так взорвет. Всем отличного дня и не забывайте пить водичку. Если что, на австралийском это будет так. Салют, это Бог. Просто заскочил сообщить вам, что я все еще помню о том, что вы сделали с моим сыном. Настало время расплаты. Моя месть будет медленной. Ваша планета будет нагреваться все сильнее, и совсем скоро вы начнете вариться, как лягушки, которых вы едите с древних времен. Да, я помню, я обещал, никаких больше всемирных потопов, но про сварить вас заживо не было ни слова. Если все воспринимают это как что-то сверхъестественное и не понимают, что происходит. Я прилетел к вам из будущего, чтобы доложить страшные новости. В сторону Земли направляется опасный инопланетный объект, который в 2030 году убьет все человечество, если вы к этому времени не успеете колонизировать Луну и Марс. Да начнется новая космическая гонка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Спасибо. Было бы куда более стрёмно, если бы ты считал в обратном порядке. По законам физики шмель летать не должен, но он об этом не знает и все равно летает. Самое забавное, что уже давно доказано, что это не так, так как шмель машет крыльями намного чаще, чем все думали раньше. Чуваки, хватит, я в курсе, что это просто мем. Приготовьтесь, вы все умрете через минуту. Шутка, у вас осталось 30 секунд. Пока. Silent Hill 2 — это лучшее произведение искусства 21 века, и им должен насладиться каждый человек на планете. Я бог, хватит загрязнять все, что я создал. Не выводите меня. Да, Китай, я сейчас про тебя говорю. Да, но только в этом вина остального мира. Это ведь он перебрасывает все свое производство в Китай. Не люблю Китай, но его вины тут нет. Я бы пробубнил какие-нибудь случайные цифры или придумал бессмысленную загадку без ответа. Например, 7 птиц в мягком круглом доме пели в 3 раза быстрее, чем пела тетя брата их мамы. Но как измерить быстроту пения, если ты уверен, что спетая песня была грехом 666? Не ложись сегодня спать. Если бы весь мир слушал эту брехню, то начался бы мировой хаос. Представьте, сколько бы появилось всяких новых ответвлений культур и теорий заговора. Да мир бы сломался. Сделаю сигну первым 5 чувакам, кто скинет мне $1 на Venmo. Погнали. Друг, Venmo работает только в США. Так ты упустишь миллиарды долларов. Лучше юзай PayPal. Не думаю, что мои слова могли бы на что-то повлиять, так что я бы просто на весь мир сказал своей жене и семье, что я их люблю. Ну и под конец что-то maybe добавил бы на тему сострадания и мира во всем мире.
Ты слышал когда-нибудь легенду о Дарте Плагосе Мудром? Так я и думал, джедаи молчат об этой трагедии. Это легенда ситхов. Дарт Плагос был темным лордом ситхов, столь могущественным и мудрым, что открыл, как использовать силу для воздействия на мидихлорианы для создания жизни. Он так тонко познал темную сторону, что мог даже спасать тех, кто был ему особенно дорог от смерти. Он обрел такое могущество, что боялся только лишь одного — лишиться власти, что, конечно же, и случилось. К несчастью, он научил своего ученика всему, что знал сам, и тот убил его, пока учитель спал. Забавно, он спасал от смерти других, а себя не сумел. Я бы сказал слово на букву «Н» всего разочек. Давайте все одновременно подпрыгнем и посмотрим, что произойдет. Готовы? 3, 2, 1... Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, что бы ты сказал, если бы весь мир слышал тебя 30 секунд. И после этого сразу же посмотри 2 наших свежих и классных видоса. Все, пока.